На который очень весело тетива надевалась? Нет. Да просто, на который тетива надевалась так, что просто обхохочешься. Так. Куликовский, 40 фунтов, индоперс. Так, все, властью данной мне именую тебя Могол. Могол. Пятьдесят пять, почти. 54,5. Обалдеть. Хочу подержать и стрельнуть. Моща! Хочу бахнуть самой длинной стрелой из него. И вы это получите сегодня. Да. Сейчас жахнем. Не-не, потом. Крынчак, кажется, 36 фунтов. Не кажется, а именно так. Ну, скорее всего, так оно и будет. Пятьдесят один. Ну, как-то неуверенный выпуск. Может быть. Мне сегодня главное отпуляться для получения... Первичной информации. Да. И замеры перезамеряем, и стрельбы перестреляем, и с релизом, и со станка, и все что угодно. Но потом. Весь метр. Но потом. Так, этот самый слабый вопрос. 51,7. Кудрявенько. Самый слабый стреляет. А что этот у тебя остался? Кожаный. Ну, а это 40-45 фунтовый. Мы замеряем сколько. Кожаный. Да, кожа. С кожи жопы дракона. Из Каменца Подольского. Что это за зверь? Тихо. Ты опять сейчас промажешь. 47,5. Ну, так себе. Чуть плечо не вы. Так себе. Его хэндшок конкретный. А так у него еще и хэндшок есть. В смысле? Да нет, там хэндшок убойный. Да ты стрелы возьму, что ты выдумываешь. Дайте мне длинную стрелу, я сейчас жахнуть хочу. Вон, подай, пожалуйста. Какой? А он один здесь. Что, вот тут упадай. Так. У тебя одна тетива на два лука? Ну, к сожалению, временно так получилось. Дело в том, что родная тетива этого лука немножечко порвана. Короче, порвана. Ушла в страну Мальборо. Одна нитка порвалась. Ну да. Уже грустно. А что ж такое? Я использую ту тетиву, я ее перекрутил, и она у меня живет очень хорошо на пластмассовом слабом луке. И вот тоже хотел принести, но у меня рук не хватило. Целое. Сошлось. Да. 40 фунтов лонг. Не рекурсив. Твой любимый. Ну, в какой-то степени да. Метров в секунду. Вот все, что меньше, медленнее этого лонга, то отстой. Потому что 40 фунтов, он один из самых слабых. И это не рекурсивник. Он самый длинный, он самый нерекурсивный. Так что все, что медленнее, то отстой. Просто так. Сразу, вообще, по дефолту. Где так, ты хотел. Который самый быстрый, вот. И самый длинный. Не просто самый длинный. 35 грамм, самая тяжелая. Самая длинная, самая тяжелая. Что вы издеваетесь? Да. Я хотел самую большую скорость дать, а вы мне вот это вот. А, сейчас организую. Я и то организую. А ванну пробьет? А ванну? Извиняюсь, ванна это не наши методы. А что она у меня все время уходит туда? Ну, наклони, да. О, вот так, да, вышел, молодец. Огонь. 51, а что так мало? Потому что стрела 35 грамм. Считай, охотничья вполне. А я хотел много. Много? Сейчас будет много. Лягай. Опа, паньки. Да что такое?
63,3. 40 фунтов. Индеперс. На большом вытяне. Нравится? Ага. Ну, все, первичные данные получены. Всем спасибо. Все сменится. Да, еще. Что? Пострелять. Что на? Напячешь. Легенькая, да. Хочу. Сильно и далеко. Ну, вот такой вот я. А как, ну вот как его сделать, чтобы он у меня не выкручивалось? Ты должен, когда тянешь, ты пальцами должен, чтобы тетива как бы скручивается в эту сторону, и стрела прижимается. Ну, все равно у меня, видишь? 63. Еще больше. По-моему, 63 с чем-то. Угу. А чё, она каждый раз новая. Плато где? Редуктор надо ставить. 206 футов в секунду. Маловато. Да, я тоже больше ожидал. Но здесь от выпуска тоже зависит. 52. Тяжелый. Самому хочется стрельнуть. Ну. Из чего? Из твоего? Да, из чего-нибудь. Это самый быстрый оказался на сегодня. И будет самый быстрый. Не, вот это. Ну, значит так. Мой вердикт. Луки не полное говно. Это мне нравится. Скорости вменяемые. Ну, кроме турка. Но он стеклопластиковый. Стеклопластика чего-то требовать — это глупость. Можно вытянуть из... Ну, это уже отдельная история. Собственно, вот такая вот ситуация. От некоторых ждал большего, от некоторых меньшего. В целом, заоблачных показателей нигде ни у кого не наблюдается. В принципе, вещи годные, хорошие. Это вот это... Да. А ну? А ну теперь под запись. А докажи. А ну повтори. 68 своих законных. Да ты что-то под звезды паришь. Да сглючил этот хрон. Ну давай. Ты не промахнись мимо хрона только. 70! Твою! Блин, еще лучше. Слушай, ты... Блин, это под запись. Да нет, ты походу еще и не звездишь. Да ладно! 70 метров в секунду. Из лука. Да я за стрелой сбегаю. Метнулся кабанчиком. Да пальцы болят, все. Давай, ты что? Я хочу. На. А я с этого? Нет, я не с этого стрелял. Ты с другого стрелял. Да из этого? Нет, не из этого. Не-не-не, он стрелял с 34 фунтовки. Ах, я лошара педальный. Так ты все испортил. Да, я виноват. А ну. Старик, не подведи. 69,7. Да все около 70 кропельцев. Ну да. Да я сегодня это выложу. Да ты что? А у тебя хватит? Чего? Потом эти самые разгребать. Так и на запись. А ты правильно, есть запись? Нет? А, так у меня есть. А, у тебя тоже идет на вроде запись. Сейчас шмальнем. А что шмальнем? Я меньше вас всех на голову. Ну и что? Надо групповую фотку сделать. Так, а ты с кольцом растяни как-то так. Я не умею. Я так больше не буду стрелять. Я думаю, что не будешь. 66 метров в секунду. Вот недостаток маленького человека. Ну а 70 метров, это ж, в принципе, это немного. 70 метров в секунду, да. Для рекурсивника этого не слабо. Ну и не сильно. Так, да будет срач! Хорошо, не сильно. Нет, это не рекорд, здесь вопросов нет. Итак, вам удалось относительно стабильно показать 70 метров в секунду. Ну, мы немножечко. Плюс-минус, короче. Ну, 70 было. 70 было. 229 FPS. Почти. Короче говоря, опытный стрелок с длинными рычагами, хорошим выпуском, 230 сделает. Подожди, а где ты тут видишь
опытных стрелков с хорошими рычагами, с хорошим выпуском. С правильным выпуском. Ну, то есть, вы чайники. Я сейчас на уровне чайника. А ты кофейник. Да, я кофейник. Еще и маленький вдобавок. Я такая маленькая турочка. Ой, я хочу еще выстрелить с 34 фунтовки. Что это было? Пиздец. На этом, дорогие детишечки, мы запись заканчиваем. Пиздец. Дальнейшие тесты мы будем проводить на тяжелой деревянной стреле, потому что здесь оперение не отвалилось, его тупо срезало. Короче, лажанул. Ой, да ладно, подумаешь. Ну, хайперским тоном. Расскажи. Подержишь этот лук, подержи. На самом деле, я что хочу сказать. По замерам скорости. Размер лука, его фунтаж имеет громадное значение. Почему? Потому что луки у нас все в данном случае ламинированы стеклом, ну, кроме одного, который из стекла. А стекло именно как раз нагрузку луку и дает. Тот слой, который работает на сжатие, на растяжение. И чем больше у нас фунтаж, тем меньше работает дерево. То есть в идеале, в идеальных условиях, в сферических вакууме, мне нравится метод замера блочных луков, по-моему, как он там называется, я напишу. Там замер производится стрелой весом 540 грамм, это 35 грамм, на вытяге 30 дюймов с усилием 60 фунтов. И это стандарт, один из стандартов для блочных луков. Я считаю, что очень круто сделать такие же луки традиционные и вот таким вот образом отстрелять. Именно 30 дюймов вытяг, именно 60 фунтов. Вот тогда луки покажут вообще обалденные результаты. Я почти уверен, что Куликовский лук при таких условиях, так, тяжелую стрелу, 60-фунтовую с 30 дюймов, запустят тоже больше 200 FPS, это будет очень нехилый результат. Есть у меня такие подозрения. Ну, 60 фунтов для этой страны, для наших лучников, ну, нафиг. По фунтажу? Нет, по фунтажу у него был 34, а это 36. А, сорян. Ну, если... Тот, про который ты дифирамбы пел-то. Да, вот я ж дифирамбов наслушаюсь и сразу бегу покупать. 50. 40 фунтов. Лонгбоу. Стабильность. Фера себе. 35 грамм стрела. А вот эти вот резиновые, они по рукам шоркают, да? Ребят, лучше не надо. Я повторяю, моя любимая прискорка. Будет больно и обидно. Вот тут будет вот такое. Кровь, мясо. Кровь, мясо не будет, а вот сегодня... Кровь, кишки и волоса. Слабак, 44. Ну, там 28 дюймов. Я хочу на замедленную съемку снять выстрел, что это будет из этого толк или нет. Сними, а мы тебе поможем. Тебе дать этот самый? Да нет. Для тебя. Смотри, у меня есть. И штативчик. А, да и так, у меня ж... Так, может мы тебя снимем? Так мы тебя и будем снимать. Да, пожалуйста. Ну, давайте. Живу, я хочу попробовать ее. Из того, который ты... Обдифирамбил. А что дифирамбил? Дело в общем. И характеристики хороши, лук очень комфортный. Тут же дело не только в скорости. 36 фунтов. 53. Тоже нехило. Плюс наконечник прикрутил его. Так, снимаем в замедленном виде. Так, на 3, на 1 начинаю запись. Окей? 3, 2, 1. Снял? Угу. Покажи. Блин, смотри, я тут некрасивый. Ты серьезно было видел? Да знаю, я смазливый, да, вообще красавчик. Нормально. Не-не-не-не-не, левая рука, левая рука. О, 53,2.
Да, в предыдущий раз было столько же. А вы не видели еще одну стрелу? Вон она. Спасибо. Стоп. Да не, я... Ну ладно. Я уйду. Хорошо. Так, проверяем. Я обнулил. Обнулил. Замеряем. И... 41. 40 с половиной. Ну, нормально. Все правильно. Мне нравится. То есть добавилось еще 10 этих самых фунтов? Ну, да, ну где-то, ну, там. Там кого добавили. И в чем прикол? Вот этот лук, он, ну, на тот момент, когда я его брал, это была новая серия, но он уже был в ходу. Это сколько я его покупал? Где-то года 3 назад. А сейчас у него как минимум одна генерация точно сменилась, есть новая, более быстрая. Угу. Все, есть Игнеева, надо выпрашивать лук. Я права, нога. Стань чуть подальше от меня, оно в кадр как-то мало влазит. Кадр, ну, нормально влазит. А можно я тебе попробовать? Нет, нельзя. Почему? Там все луки без полочек. А какая разница? Снимаю. Стреляю. Покажу. Прикольно, скинь мне. А объясни, что нельзя? Объясняю, тут перо жестко. А это не полочка, это вырез. Я понял. Этим нельзя. Стянул так. Ну, от души. От, кстати, от души. А получается вот это 32 дюйма. Перед этим мы 31 стреляли. Да. Ха-ха. Ну ладно, окей. 32 дюйма. Подходи ближе. Не льсти себе. Не льсти себе, подойди поближе. Угу. Нет! 69,4. Близко! Ты можешь, я знаю! Да мне страшно стрелять без этого. Подожди, сейчас Миша пальнет. Сейчас я стрелы вытащу. Вытащи их все. Будет вам. Вот если... Ну, в следующий раз или такси возьмем, или еще что-то, я свой мешок захвачу. Похваст. Кстати, ты его еще не видел, по-моему. А шинсерт раскрутился. На ринге Михаил! Ну, самый высокий наш стрелок. Что это было? А, это пули посыпались. Блин, реально пули посыпались. Но мимо! А так все хорошо начиналось. Не инсерт ли туда отлетел? Нет. Нет, действительно. Я видел. Пули посыпались. Ну, там, ну то, чтоб забивалось годами. Сколько ж тут свинца? Так, ну я ж должен 70 метров показать китайской стрелой. О, понял. Все китайские стрелы покупайте. Нефиг вот это вот тут на украинских производителей тратится. Я потом это отдельно вырежу. Китайский лук, китайская стрела. Не-не-не, украинский лук. Ну, кстати, не совсем китайский, если что, но по барабану как раз. Лук восточного... Да, китайский просто быстрее... Китайский стрелок. Могол, говори могол. Все, будет могол. Лук, могол. Китайская стрела. 25 грамм. И 70,5 метров в секунду. Да. Ну... Вот так стреляет нормальный лук. Так, сейчас, один очень важный момент. Почему, когда мы стреляем, у нас такая большая разница в показаниях? Не-не-не, дураку по росту строю. Да, ты ж выжил. О, вот так вот. Это видео. Какая тебе разница, лук на гарантии? Твой. Да. Не, у Куликова гарантия железная, это что, меняет?
40 фунтов. Он еще не сломался. Лонгбоу. Денис Евстигнеев, не подведи. 63. Ой, 9. И 8. 63, 8. Нет, он может больше, точно. Это точно. Бери больше, длиннее стрельбы. Да нет, это для лонга норм показатель. Да, конечно, вытягивается далеко, но ничего так. Ничего хорошего, ничего плохого. Однозначно ничего плохого. Рекорд не рекорд, но годно. 64. И 2. Вот это уже, да, примерно. Ну, почти 70 метров в секунду, это, конечно... На 3-4 можно этих самых вставлять. А теперь внимание, это докрон и еще с глушилками. Потому что сюда можно фастлайт прилепить, не так, а так 8, и он выдержит.